понедельник днем во дворе дома номер 50 по улице генерала Хлебникова сбили ребенка. Мальчик 7 лет перебегал дорогу от детской площадки к своему подъезду. После наезда на ребенка, вместо того, чтобы вызвать медиков и инспекторов ГИБДД, виновник ДТП дал мальчику 500 рублей и скрылся с места происшествия. В скорую и ГАИ позвонили очевидцы наезда. С сотрясением мозга и многочисленными ушибами ребенка доставили в больницу. Виновник был задержан в течение часа. Его вина неоспорима. Дворовые территории приравниваются к жилой зоне. Пешеходы здесь имеют преимущество. Водитель будет доставлен в суд, и уже по решению суда он будет осужден по части 2 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. То есть там либо лишение сроком до полутора лет, либо арест до 15 суток.